Хай, дорогие друзья, всем здорово, с вами по-прежнему Такс, у нас сегодня в гостях Филиппин и, конечно же, Дизари, здорово, пацаны. Йоу, здорово, чувак, наконец-то мы с тобой, Леха, встретились на Радмире, ну это просто нечто. Конечно, наконец-то, здорово, Дизари. Да, друзья, всем привет. Короче, сегодня я вам объясняю правила игры, во что мы будем играть. Мы будем играть в прятки в городе Арзамас, и вы должны за 10 минут умудриться от меня скрыться, спрятаться и не попасть в мое поле видения, а я буду на вертаке смотреть на вас сверху. Приступайте, прячьтесь. Раз, два, три, погнали, братан. Все, отворачиваемся. Максим, погнали, наше идеальное место. Я не буду отворачиваться, потому что в криминалке есть одна особенность. Прорисовка она называется. Вы у меня уже скрылись из вида. Я даю вам еще фору в секунд 10 и начинаю, Максим, в принципе... Максим, на такой скорости пристегнуть ремень не помешало бы. Вот ты чертовски здесь прав, мой друг, поэтому я это и сделал. Пристегнули свои ремни, пацаны? Да. Ну все, я готов на отправление. Вы должны аккуратно, дворами, там, углами, как-то от меня уворачиваться. И блефовать, троллить, возможно, отчасти, если вы меня видите. Я ничего не видел. В поле зрения. Короче, мужик, я тебе даже не буду, не знаю, подсказывать, потому что город у нас не особо маленький. Ну хотя, хоть как для кого, но он такой крупный. Так, это зеленая тачка. Нужно быть внимательным, смотреть просто в оба, во все четыре глаза водолаза. Так, надеюсь, Лёха нас заметит. Мы будем тебе давать подсказки. Максим у нас, напоминаю, на желтом GTR, а Дизари на 911 Porsche. Желтом Porsche. Две желтые тачки я должен найти. В принципе, задача, казалось бы, легкая, но... Блин, всего лишь 10 минут и такой большой город с такой прорисовкой, поэтому... Мы потерялись, кстати, Максима. Лёха, скажи мне, пожалуйста, это не ты сейчас был на какой-то там, это... В таком треке, короче, мотокроссном. Нет, братан, я летаю на вертолете. Ну там на вертолете и был чувак. На треке? Мотокроссном? Нет. Что? Помимо тебя еще кто-то ищет? Он, короче, он рядом. Он, короче, в центре. Он сейчас пролежает, пролетает, короче. Пацаны, внимательно, внимательно смотрите в... Так, не-не-не, нафиг, нафиг. Я вижу его. Я узнаю твою... Знаешь, что я твою узнаю? Шестерочку. Шестерочку, которую мы тюнили. Ой, ладно. Там это, летай, Лёха. Ну ты срочно спрятаться. Холод от меня, на самом деле, ты вообще... Панамеру белую снесли. Твоя Панамера? Или это не Панамера? Я уже не вижу, она перевернута. Какой-то бомж бежит. Наверное, Дизари. Перебегаем! Со двора на двор, перебегаем, Лёха. Братан, надо с тобой встретиться как-то, закоммуникатировать. А я не могу тебе дать ориентиры, потому что... У вас есть чат семьи, потому что я в гаишниках, напомню, для Максима. Вообще, короче, помнишь, одно место было, мы там с тобой... Максим, я, короче, тебе в чат написал. Ехай за мной, брат. Блин, вот мне кажется, я вот в этом районе... Поехали. Вы что, все уже? Он, короче, где-то слева. Давай, гони. Отступаем в окраину, на окраину. Давай, короче. Блефуете. Пацаны, блефуете. Нормально, если тем говорим, он не верит, отлично. Ехай так, да, все верно. Ты чертовски прав, мой друг. Так. Я это место тебе уже показывал когда-то. Давай. Да, мы здесь были. Яндекс.Такси проехала. Было одно дело. Я вас не вижу. Я пока вас еще не встретил. Что самое интересное, казалось бы, я должен был найти уже за такой промежуток времени, но это не так легко. Не так легко это дается. Простая задача. В общем, слушай, у нас тут дорога в один конец вообще. Хотя, если ты не выпишешь нам, конечно, звезды и типа... Ну нет, таким методом я не буду приступать. Так, слушай, вот здесь интересно. Какой-нибудь тролль, я читер, такие, да, все дела. На радаре отметит нас, найдет. Так это предел Арзамаса. Как бы это по факту... Блин, желтая, но не ваша. Некий фильм, даже сюжет фильма типичного, угадайте, как называется. Да, «Крепкий орешек», «Миссия невыполнима», что не, еще? Не, банальный бери. «Форсаж». «Форсаж», да. «Форсаж»? Слушай, а ведь хорошая идея для вас была, на самом деле, если бы я играл, спрятаться среди желтых автобусов. Так блин, тихо! Зачем? Их очень много здесь. Минус ну, я. Так, мужик, поехали, короче, надо место найти новое. А, вы туда ехали? Реально? Да. Реально? Нереально. Нереально уже, похоже, да. Окей, буду внимательно смотреть в другие места. Смотрите тоже, пацаны, в экран. Прямо сейчас внимательно всматривайтесь. Тайм-коды пишите, может, что-то упустил. А если он тут подлетит? Вообще, ты сейчас ищешь две иголки в стоге сена. Ну, такое. Ну не сказать, что в стоге сена. Нет, не сток это сена, конечно. Это уже не Арзамас, наверное. Гони быстрее, сейчас мы ему подсказку дадим, как уедем отсюда. Давай, Максим, короче, направо. Дорога в никуда.
переждем и скажем ему. Вот тихо-тихо, давай-давай направо. Да-да-да. Короче, знаешь что, в этом месте очень хорошо пахнет бичами, вот понимаешь? Пацаны, очень если много. У вас маска вдруг из стекла, вы можете, имеете право, знаете, еще одну купить себе. Да, неплохо будет. Мужик, да, это тебе сейчас такая дикая жирная подсказка. Там просто дизари. Там дорога в один конец, дофига бичей, понимаешь? Еще есть какое-то здание. Вообще. Я понял. Сейчас бы мне это, правда, найти с вертолета, потому что текстуры здесь прогружаются с такой скоростью, что ты начинаешь тупить жестко. Но подсказки ваши блефовые я тоже не принимаю, поэтому я буду искать на свой чух и нюх. Самое чувство, когда реально хотел помочь Лехе, а он такой, да ты мне гонишь, лясы. Он по траектории бы увидел нас бы и... А! У меня машина врезалась. Аккуратно, 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 мужик. В том же самом направлении двигайся за мной. А ты знаешь, где маски продаются? Арзамас-то город большой, сволочь. Я не помню где. Леха, может, мы можем в казино убежать. А, тихо! Да! Ненормальный! Так, а что у вас происходит? Поеду. Что у вас происходит, пацаны? Я спалю контору так немного, ладно? Тихо. Тихо. Пожалуйста, тихо, тихо. А, Максим, надеюсь, мы не делаем глупые ошибки. Надеюсь, вы их делаете. Я что-то уже внимательно всматриваюсь. А где вы? Тихо, тихо, тихо. Если что? Тачка заглохла, черт побре. Япончина. Тачка глохнет. Немцы делают вещи, поехали. Тихо, 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 тихо. Он где-то тут будет, по-любому, на радаре. Можно видеть. На радаре Максим, можно короче, видеть? Короче, я сейчас чат тебе напишу. Так, давай. Скажи мне, что такое там. Так, надо внимательно смотреть под мостами. Ничего нету. А была, в принципе, бы хорошая идея. Давай, давай, давай сделаем это, мужик. Давай, давай. Вы из города собираетесь уехать или что? Не-не-не-не-не, у нас все хорошо. Как так? Вы двигаетесь, блин, по городу. Город, казалось бы, с высоты не такой большой, но я не могу просто банально с вами пересечься. А мир ведь такой тесный. Да-да-да, ты прав, мир тесный. Угу. Самое сложное и отчаянное. Моя тачка сломана, она разгоняется максимум до 60 км в час. Ну это хорошо. Мы, короче, поехали ее каждые чинить, 5 Лех. Секунд. Да. Так, это не вы, это велосипеды. Потом бомжа задавил гелик, нормально. Это типичная криминалка. У меня еще есть маска. Максим, ну да, да-да, только... Да-да-да, сложно, пацаны, за 7 минут я просто летаю. Ай, тупой, зачем я сказал про маски? Да тихо, я надеваю! Да блин! Валим. Вон оно что, маски одевает, да, пацаны? Он знает, где это? Не знаю, знает ли он, не знает или знает. Ну мы в другое место поехали. Так, подождите. Да нет, не будем ждать, мы валим отсюда поскорее. Слушай, если по правде говоря, даже если бы я был, не знаю, там каким-нибудь Сидоджи с 5 звездами. Это не вы! Это какие-то бомжи! Лёха, это бомж с желтым крестом! Не знаю, я на него повелся! Казался гением. Тихо. Но я Леху даже на радаре не вижу, подожди. Мужик, у меня тачка сдохла полностью. Вот это хорошо, вот это для меня легко сейчас будет. Блин, нет, стой! Максим! Мужик, я там, где все машины. Это что, ваша база здесь, как что сказать? Ли? Около Арзамаса. Я понял. Почему здесь... старая рублевка. Я понял. Почему я здесь понял, только бомжей подставка. Просто быстрее, кишит? Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, Максим. Здесь только с клестами их, блин. Капец. Ты где? Мужик, пофиг, я беру новую тачку, покупаю. В смысле? Я сломался мой геттер. А так ты же должен на геттере прятаться, я ж тачку ищу, а не тебя. Он тачку купил, реально. В салоне, что ли? Да! А зачем подсказки? Быстрее валим! Подожди, стой! Надо спрятаться! Надо спрятаться. Я плохо знаю Арзамас, вот почему я стал в это играть! Давай, заводи! Ключ не вставил! Кей, слышь, Кей, быстрее! Сейчас он тебе вставит! Давай. Короче, это... Другая машина, это желтая Mitsubishi Lancer Evolution, да. А, ты желтую все-таки взял, я понял. Ищем Lancer. Я тоже такого же цвета не вставил. Максим, надень маску, быстро! Нету маски! Вот это хорошо, сейчас я вас испалю. Назад. Жестко, пацаны. Так, так, назад. Так, есть, есть идея, есть идея. Yes! Есть Поем! Идея, есть идея. Но я пока вас еще не спалил. Так, вон они. Куда маршрутка? Вот это я спалил вас. В автосалон кто-то приехал, пацаны. Ну, вылазим. В смысле? А ты нашел меня? Ты меня не нашел же. Ты видел? Я еду за Максимом. Я должен сказать, что это Максим. Подожди, я еще не спалил его. Он еще, он еще удирает, сволочь, какая сволочужная. Сука, тука. По дворам-то. Во, лансер, белый, желтый лансер, остановитесь, сэр. Это белый лансер.
Это желтый лансер, вы спалены. Это белый лансер. А, да куда вы едете? Ну нафига мимо меня приезжать-то? Иди, Сари, нашелся, вон он. Не, не надо за мной лететь. Не надо, Максим, быстрее едь, покупай маску, пока я его отвлекаю на себя. А вы что, хотите, чтобы я вас остановил? Значит, у нас вот в эта игра переходит. Да-да-да. Так, срочно захожу в секс-шоп и... Я остаюсь сам. А я еще один магазин нашел, прикинь. Так, я их потерял снова, слушайте, я их видел и снова потерял. Это груз. Так, мы, Леха, буква П, видишь на радаре? Вот я вижу, и тебя вижу. Ты не в ту сторону полетел. Это байт был, нет, что ты вот сказал. Нет, вот ты улетел. Ну вот буква П сзади есть, Леха, я тебя на радаре теперь не вижу. Ты что, у бичевни? А вот он ты, летишь возле бичевни, да. Видишь букву П? Вот, смотри, ну, налево там летит, да. Максим, Мацу, скажешь, как наденешь, я его это, персону байтит. Да блин, я не помню, где этот магаз. Ё-моё, а где банк? Так. Чё, а вот он летает тут, что-то бомжа. Это что за желтый лансер подо мной ездит? Так это не он. А кто это? Ай, врезался! Уезжает от меня. С какой целью от меня уезжает? Желтый лансер, который гонял под вертолетом, вот вы суки. Это не мы, у нас, видишь, на радаре, мы же это в команде состоим. Уехал, молчит Максим, желтый Максим лансер. Уехал во дворы справа. Да нет. Свернул во дворы справа. Подожди, это кто? Максим, это ты был? Максим, много. Скажи, что это ты был. Чё, не я. По голосу слышу, что ты. Да нет, он же на радаре желтым отображается или без маски, а там чувак именно был. Я ж... Там он, я именно он был без всего вообще. Да, я же говорю, я ж видел, это не Максим был. Так почему ты меня байтишь, это лохотрон. Так в смысле, какой лохотрон? Короче, пацаны, бензин заканчивается на вертаке, бензин заканчивается, все. Игра сейчас подойдет к концу, а я вас нашел только по одному разу. И вы успели скрыться, то есть я вас не остановил, можно так и сказать. Но по факту... Ремень, тачка не заводится, ремень. Машину, быстро. Так, черт. А, открыл. Давай. Да не меня. Давай. Давай. Так, это что, за бомж бегает здесь? Тихо, Леха там... А, пока... блин. А, да ты чего? Аккуратно. Сори. Я не понимаю, где вы находитесь все равно. Короче, хотя... где все начиналось, Леха? Где все начиналось? Вы даже так вот смогли по такой траектории уехать, жестко. Ну, норм, тебе башка торчит так. Короче, у меня 3 литра бензина, последний, израсходую сейчас. Это нормально вообще? Такое. Давай, короче, заходи в мини-маркет это и... Аптечки, все дела. Так, мы уже вот в открыточной играем, потому что Леха нас найти не может. Я сейчас взорвусь, пацаны, я взорвался. Короче, вот такая вот мини-игра. Я надеюсь, она вам понравилась. Я смог все-таки вас найти уже под конец игры. Благодаря Максиму я спалил Дизари. Это реально сложно, это реально. Попробуйте сами поиграть, если у вас есть возможность полетать на вертолете или просто на тачках. Ну а мы с вами прощаемся, до скорых встреч. Пишите свои пожелания, что изменить в этой мини-игре, если вы хотите, конечно же, еще видеть ее. Пока. Adios, amigos, guys. Всем добра и позитива!